Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Инвестиции на ранней стадии и заработок на Play to Earn играх – это, конечно же, хорошо. Но такой способ заработка на крипте является более ситуативным и плохо работает, например, во время медвежьего рынка. В отличие от того же трейдинга, который одинаково эффективен как во время роста, так и во время падения. И если ручной трейдинг для вас является слишком сложным, то вам с этим может помочь платформа CoinRoll. Это сервис для автоматизации трейдинга, который разработан специально для новичков. Профессиональные трейдеры тоже используют автоматизированный и алгоритмический трейдинг с помощью ботов, ведь это гораздо удобнее, чем самостоятельно сидеть у компьютера долгими часами и анализировать графики. Однако создание профессиональных торговых ботов – это трудоемкий процесс, который требует определенного навыка в программировании. А платформа CoinRoll убирает этот барьер и делает алгоритмическую торговлю доступной для всех, даже тех, кто не умеет кодить. Для использования CoinRoll у трейдеров имеется два варианта – выбор готовой стратегии или создание собственной. Готовых стратегий на CoinRoll имеется более 200, и каждая из них рассчитана на разные варианты рыночной ситуации. Нужно лишь выбрать подходящую. Но помимо этого можно создать и собственную стратегию, используя модульный конструктор от CoinRoll. Он является максимально простым и работает по принципу «если то». Вы просто указываете в нем условия, например, если цена биткоина поднимется на 3%, а суточный объем увеличится на 2%. То бот отправляет на биржу команду о покупке биткоина за USDT. И по такому принципу работает построение всех стратегий на платформе CoinRoll. Сам же процесс начала работы с CoinRoll также является простым. Первым делом вам нужно будет создать аккаунт на официальном сайте CoinRoll. Для этого достаточно только указать e-mail и придумать пароль, а также подтвердить e-mail кодом из письма. Вторым шагом нужно будет подключить к платформе CoinRoll свои биржевые аккаунты. CoinRoll поддерживает все самые популярные торговые платформы. Binance, Coinbase, OKX, Kraken, BitMEX и еще около десятка других. Сам процесс подключения происходит через IP-ключи. Свой логин и пароль от биржи на CoinRoll указывать не нужно. А в настройках IP вы можете разрешить только торговлю через ваш аккаунт и запретить вывод средств. Когда все биржевые аккаунты подключены, можно переходить к созданию стратегии. Процесс является максимально интуитивным. В поле «Он» выбираем биржу и счет, на котором будет работать стратегия. В поле «If» настраиваем условия для активации бота. Тут мы можем как задать конкретные условия, так и выставить мгновенный ордер или назначить таймер для заключения сделки. В поле Execute выбираем необходимый срок срабатывания и количество сделок. А если выбрана опция немедленного ордера, то мы просто указываем тип сделки и сумму. Последним же шагом является подпись названия для своей стратегии, после чего мы можем запустить ее в работу. Однако помимо этого вы можете и просто выбрать один из сотен готовых вариантов, доступных на CoinRoll. И что самое крутое, перед тем как начать торговать реальными средствами, вы можете протестировать свою стратегию на демо-бирже, чтобы убедиться в точности своих настроек. Все выглядит очень круто, однако я еще ни разу не сказал о стоимости этих услуг от CoinRoll. Разумеется, что проект работает не бесплатно. Точнее, бесплатный тарифный план тут есть, но он имеет ограничения по количеству стратегий. Позволяет подключить всего одну биржу, и месячный объем торгов на нем ограничен суммой в $3000. Это своего рода ознакомительный вариант, на котором, как по мне, особо большой прибыли не сделать. Помимо этого, у CoinRoll есть и три основных тарифных плана, в которых все лимиты либо существенно повышены,
либо отсутствуют вовсе. А оплата производится честно и понятно, простой ежемесячной подпиской, стоимость которой начинается с $30. Так что, как вы можете видеть, CoinRule – это действительно крайне простой и понятный способ для автоматизации своего трейдинга. Ну а за счет именно наличия интуитивных конструктора и демо-биржи CoinRule может стать отличным вариантом для новичков. Но, конечно же, не стоит забывать о вопросах безопасности и риска. Трейдинг, даже автоматизированный таким образом, это все равно очень рискованное занятие. Ну что же, на этом у меня все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!